Куда уходит музыка, когда смолкает последний звук? Вопрос, который Мартин Фрост, известный шведский кларнетист, не устает задавать и себе, и слушателям. Фрост известен напряженным поиском новых музыкальных решений, работой на стыке жанров. Когда вы беретесь за новый проект, такой как «Ретротопия» в моем случае, то можете проследить рождение музыки, ее жизненный цикл. «Ретротопия» — последний проект Фроста. Он был представлен в шведской столице в сопровождении Королевского филармонического оркестра Стокгольма. Я тут своего рода концертмейстер. Задаю вектор нашего музыкального путешествия. Ретротопия — это сочетание двух слов — ретро и утопия. Наше мышление таково, что мы боимся будущего и любим оглядываться в прошлое. Вот почему я начинаю с классического репертуара, с Моцарта и Бетховена. А потом, после паузы, все меняется. И мы вступаем в самую хрупкую фазу нашего музыкального путешествия. Здесь все меняется прямо на глазах. И правил больше нет. Пора задаться вопросом, в каком направлении мы сейчас пойдем. Фрост ищет ответ в новых формах сотрудничества с композиторами и оркестрами и предлагает слушателям беспрецедентные музыкальные перформансы. Один из них реализован в партнерстве с композитором Яспером Нордином. Он активно пользуется новыми технологиями. Датчик движения позволяет композитору управлять виртуальным оркестром и создавать новую палитру звуков и музыкальных образов. В проекте Emerge мы с Мартином пытаемся заглянуть в будущее музыки. Ни больше, ни меньше. Мы опираемся на технологические новинки. Вот мой новый инструмент. Через движение, жестикуляцию я посылаю команду виртуальному оркестру. При этом тут же, в зале, мне аккомпанирует оркестр вполне реальный. Здесь идет абсолютно скульптурная работа. Под вашими руками меняется генетический код музыки. Это идеально подходит моему восприятию себя в профессии. Я и раньше подозревал, что в большей степени скульптор, чем кларнетист. Когда я берусь за новый проект, боже, как это вдохновляет. Правда, ты не знаешь, куда тебя все это приведет. Я совсем не боюсь этой неуверенности в следующем шаге на сцене. Напротив, только так я чувствую себя живым.